Школу номер 63 называют лесной по наименованию местечка, в котором она расположена, и потому что находится учреждение в живописной роще. В ней два корпуса, один для среднего и старшего звена, второй для самых маленьких. Оба этим летом усиленно ремонтируют. Корпус Б 1 сентября должны прийти 60 малышей в новые группы для дошкольников. На второй этаж переедут ученики младшего звена, нижний займут малыши. Были необходимы работы по перестройке, реконструкции, значит, первого этажа под дошкольное учреждение. Соответственно, косметический и ремонт системы отопления, системы водоснабжения, канализации, электроснабжения полностью и, соответственно, оборудование. Этот корпус очень маленький, рассчитан всего на 100 учащихся. Капремонта в нем не было со времен постройки в 60-х годах прошлого века. С того момента сохранилось деревянное крыльцо и полуразрушенные ступеньки. Необходимость сделать дополнительные группы для малышей возникла уже давно. Район сортировки разрастается. В наших планах разработка проектно-сметной документации и строительство нового детского садика в микрорайоне «Сортировка». Для того, чтобы решить эту проблему с местами в дошкольных учреждениях в этом микрорайоне нашего города. Специалисты администрации уже подыскивают в микрорайоне «Сортировка» в местечках Лесное и Богородская площадку, на которой будет построен новый детский садик. Место должно находиться в рекреационной зоне с хорошей экологией и чистым воздухом. Мария Авдеева, Олег Милехин, РТВ Иваново.